Да. Блин, ну это просто издевательство, вы представляете? Уже второй раз я вылетаю из прямого эфира, я не могу его сохранить. Я в бешенстве. За что? Так что я думаю, сейчас снимем коротенький, я его сохраню. Сейчас на самые интересные вопросы отвечу и побегу, потому что, блин, мне обидно, что я столько записываю, и в итоге ничего не сохраняется и вылетает. Давайте, Надин, красивая, по-твоему? На приходе было очень внимание в ее сторону, такие рыжие какие-то волосы, да, красивые глаза. Но потом как-то время прошло, то ли она стала меньше краситься, но в целом она симпатичная, да. Олеся, включи телек, там Путин. У меня есть телек, чтобы его включать. А Захарова показывали по новостям на НТВ, как есть видео Захарова, так, понятно. Красивая, спасибо. Почему столько вопросов задают про Сахнова? Не знаю. Хороший парень. Встретит обязательно достойную девушку. Спасибо за мотивацию. Мы тоже на карантине сейчас лишь мечтать о зале. Да, скажу в этом сторис, потому что прошлые не записались. Те, кто посмотрит в дальнейшем, я запишу видео коротенькое, как можно заниматься 30 минут дома, используя какие-то подручные материалы. Даже если у вас нет гантелек, можно заниматься с бутылками воды. Литр-полтора. Сделаю тренировку для всего тела где-то 30 минут и выложу ее тогда. Это первое. Второе, я сниму видео про макияж. Вы меня постоянно просите снять, я все никак не могу его смонтировать и сделать. А, кстати, вот смотрите, как тени красиво блестят. Когда свет включили, стало красиво смотреться. Вот, голубая подводка, тоже макияж делается минут 10-15 максимум, тоже сниму. Так, уже два задания вы мне дали. Ты и так без краски красивая, согласна. Мне повезло, у меня такое лицо, что на нем можно сделать все, что угодно. Накраситься как угодно, то есть, ну, и без макияжа тоже ничего. Что за серьги? Из Москвы привезла? Так, я уже боюсь, друзья, я вам записываю прямой эфир и боюсь, что я опять вылечу, потому что прошлый эфир, наверное, сколько, минут на 20 или на 30 был. Новые участники пришли в этот понедельник? Да, был классный приход. Вот. Кому-то повезет. Но с экрана одно, а вот вживую непонятно, как человек понравится, не понравится, наладится у вас коннект, не наладится. Бывает, знаете, смотришь, там красивый парень, некрасивая девушка, там строишь какие-то планы, иллюзию какая-то появляется в голове, что, о, наверное, это он мне так подойдет, мы с ним будем прекрасной парой, уже придумываешь, какую школу вы поведете своих детей, но я, конечно, утрирую. А на деле, когда встречаешься, происходит разочарование, то ли вам не о чем поговорить, то ли у вас дисконнект, и начинаешь как-то расстраиваться. Так что не нужно строить больших ожиданий, не очаровываться лишний раз, чтобы не очаровываться. Поэтому как похудеть? Не жрать. А вернее, кушать, но в основном белковую пищу, меньше сладостей, желательно вообще их исключить, оставить только фрукты днем. И да, белковую пищу, пейте водичку. Ческа супер, а где же рожки? Так вот же рожки. Вы что, видите? Мои любимые. У тебя с носом что-то. А что у меня с носом? По-моему, все в порядке. Захарьяш перед тобой извинился? Нет. У него либо кишка тонка, либо просто он считает, что ему нет, что извиняться. Он там сегодня что-то еще квакал из бассейна, сидел. Я уже, честно, не реагирую на него. Пусть что хочет говорить. Сахнов тот раз вас свинюшками назвал с Юлей на ББ. Я не помню. В общем, свинюшками. Мы наоборот тут похудели. Так, вроде Захарова дружила с вами, сейчас на предыдущем шоу. Это нормально, вы сейчас дружите с ней. Мы никогда с ней не дружили. Юля с ней, да, более тесно общалась, но я всегда ее как-то недолюбливала, что ли. Ну, мне не о чем с ней даже поговорить, как бы абсолютно у нас разные взгляды на жизнь,
абсолютно разное содержимое, энергетика. Мы с ним не подходим по энергетике абсолютно. Ты сама виновата во всем, конечно. Я во всем виновата. Что же делать? Пойду утоплюсь в бассейне. А вам можно завести себе животного? Блин, как вы в точку угадали. Мы сегодня завели животное. Блин, я хотела вам показать, но она в бунгало. Давайте я опрос устрою, какое животное мы завели, и кто угадает, тому какой-нибудь бонус. Вот, да, короче, все. Я хотела хомячка, но хомячков на острове нет. И мы завели другое животное. Угадайте, какое. Сейчас я, короче, завершу прямой эфир, минуточек 5, и сделаю этот опрос. Кто угадает, тому какой-то приятный сюрприз, пока не решила, какой. А, полностью заплетенные рожки. Я делала, да, такую прическу, но мне нравится, чтобы и распущенные волосы тоже были. Захарьяш квакал. Ну, реально, я сидела, ела, кушала, он сидел в бассейне. Расстояние, ну, приличное. Что-то там орал, квакал, да. Самая лучшая, самая красивая, милая, добрая, великолепная, чудесная. Люблю тебя, спасибо. Так. Захарьяш реагирует на твой последний пост. Пытается установить коннект. Не знаю. Мне не хочется никакого коннекта с ним иметь. Морская свинка. Вам Хрюши мало? Ну, Хрюша — это Юлина Игоря. Хочется личное что-то свое. Так, вы не тут пишите. Я потом устрою опрос. Делала ринопластику? Нет. Посмотрите, зайдите на страницу моей мамы. Я на нее подписана, Смирнова Светлана. Посмотрите, у нее идентичный нос. Я вообще копия мамы. Вам делают прически или вы сами? Да, нам делают. Почему так мало человек, по-моему, в эфире? Потому что я захожу третий раз, и первые два раза я вылетала. Так. Если будет повод поднять тему того, что на проекте всегда оправдывают насилие со стороны мужчин. Это жесть. Здесь это норма. Рукоприкладство – норма. Оскорбление в сторону женщин – это норма. А когда девушка провоцирует парня или отвечает… О, посмотрите, как красиво там сзади. Закат, небо. Вот так вот почему-то поддерживают на проекте такое хамское поведение со стороны мужчин в сторону девушек. Я не знаю, с чем это связано. Пускай останется на их совести. На совести мужчин, в первую очередь, которые поднимают руку на девушек. Я вот, знаете, не понимаю, они иногда… Тут частенько говорят у нас на проекте мальчики. Это зависит от девушки, на кого руку поднимать, а на кого нет. Я так абсолютно не считаю. На меня поднимали руку, если я даже просто могла послать человека в попу. Ну, извините. Покажи закат. Блин, я боюсь просто поворачивать телефон и боюсь, что вылетит эфир. Олесь, ты хоть иногда плачешь? Очень редко. Чтобы меня довести до слез, я не знаю, нужно что сделать. Я на проекте два раза плакала за 5 месяцев. И то так, слегонца. Олесь, жарко на острове? Да, жарковато. Сегодня будете снимать ББ? Да, сейчас уже скоро пойдем, поэтому сейчас будем закругляться. Нам надо еще покушать, успеть, что целый день не ели. Привет с Воронежа. Воронеж, привет. У меня там бабушка жила. Вообще классный город. Как найти маму твою в инста? Я подписана на нее. Посмотрите, в моих подписках Смирнова Светлана. Качество портится. Все, давайте я побегу, потому что я боюсь, что сейчас опять вылечу. Всех люблю. Доброго вам вечерочка.